В многоквартирных домах городского округа продолжается ремонт подъездов. В текущем году по губернаторской программе обновят 230 входных групп. Один из объектов, который вошел в этот список, дом номер 32 в микрорайоне «Птицефабрика». Там побывали мои коллеги. Еще несколько дней, и рабочих в этом доме уже не будет. Для того, чтобы придать подъездам новый облик, осталось нанести несколько штрихов. Отремонтированные лестничные клетки, свежая краска, новые входные тамбурные двери. Благодаря региональному проекту «Мой подъезд» завершилось масштабное обновление этой многоэтажки. В 2019 году она была включена в программу благоустройства вылетных магистралей. Проведенный тогда ремонт фасада изменил внешний облик дома. Теперь высотка преобразилась и внутри. Заменено напольное покрытие на первых этажах. Уложена керамическая плитка на стенах на первых этажах, чтобы сохранить ремонт. Заменили светильники с люминесцентных ламп на светодиодные современные. Повесим, уходя за собой, новые почтовые ящики. Этот дом вошел в губернаторскую программу благодаря активности жителей. Адресный перечень подъездов, подлежащих ремонту, формируют в том числе, исходя из обращений в соцсетях. Я хотел бы обратиться еще раз к нашим жителям. Если вы видите, что где-то нужен или востребован ремонт, то пишите, звоните. Я в социальных сетях, у нас есть электронная почта. И мы, как правило, все эти замечания принимаем, берем на контроль. На сегодняшний день в округе уже отремонтировано 47 подъездов из 230. Завершить планы этого года управляющие компании планируют до 1 сентября. Луиза Егиазарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.